После смерти Юрия Шатунова прошло несколько дней, но миллионы людей до сих пор скорбят и не могут поверить в случившееся. Вас приветствует Stars Exclusive, и сегодня мы покажем вам видеокадры последних минут жизни бывшего солиста группы «Ласковый май». Особо впечатлительным просьба не смотреть видео до конца. 23 июня случилось страшное и непоправимое событие. Звезда отечественной поп-сцены Юрий Шатунов скоропостижно скончался от сердечного приступа. Последние минуты жизни артиста попали на видео. Известно, что Шатунову стало плохо на встрече с друзьями. Они сами отвезли его на машине в ближайшую поликлинику. Солисты «Ласкового мая» пытались привести в чувство в этой поликлинике, но потом решили вызвать скорую, чтобы доставить его в реанимацию. Ближайшая находилась в Домодедовской больнице. В карете скорой у Шатунова остановилось сердце, но его запустили вновь. Певца успели довести до клиники, где он и скончался. В момент сердечного приступа среди прочих друзей с Юрием был его давний друг, концертный директор с 1988 года и его крестный отец Аркадий Кудряшов. Мужчина был с Шатуновым последние минуты его жизни и пытался помочь. Он обвиняет медиков в том, что те не смогли своевременно оказать звезде квалифицированную помощь. К великому сожалению, Юрия Шатунова уже не вернуть, и на память остались жуткие и до слез пробирающие видеокадры последних минут жизни артиста. На видео видно, как друзья вытаскивают артиста из машины. Он плохо себя чувствует и ртом ловит воздух. Аркадий Кудряшов вспоминает: у Юры давно была диагностирована гипертония. Хотя он и жил в Германии, но много времени он проводил и здесь, в Москве, во время концертных туров. И лечиться он предпочитал в родной стране. Он принимал таблетки постоянно, но они его не уберегли. Мы сменили много врачей, от местных из районной поликлиники до самых лучших в стране. Его последний лечащий врач считается одним из лучших кардиологов России, и то он оказался продажной сволочью. Выписывал дорогие заграничные таблетки, которые не помогли сдержать давление. В результате оторвался тромб и произошел инфаркт. Теперь Юры больше нет.